Всем привет, дорогие подписчики! Сегодня мы шатаем подшипник ступицы передней на KSI 200 тысяч пробег. Что-то загудел, он захрустел. В общем, заболтало колесо, небольшой люфт. Вот, собственно говоря, что делается. Вот снимается ступица. Так она выглядит. Посинел ободок. Так она выглядит. Как на десятке, если у кого была десятка, один в один, прям копия. Она вся так ступится, думаю, выглядит. Вот. Зажал в тиски. Вот я снял полностью, ребят, видите, снял стойку, открутил. Суппорт шаровый вот снизу крепится. Вот рулевой наконечник, датчик АБС. Ну и все, вот закрепил. Наоборот, вот так. И выбил только что. Нет головной камеры. Сейчас это самое. Сейчас собьем раз-два, потом новый... Запрессуем. Раз, два, три. Елочка горит. И поехали дальше. Причина выхода его из строя может быть одна из причин. Это попадание влаги, конечно же. И еще одна из причин. Это перегрев. Перегрев может быть идти от суппорта, ребят. Поэтому, когда меняете тормоза. Вот видите, здесь как у меня все. Шрус. Шрус еще. Вот еще шрус шаровая. Вот стоечка, вот датчик АБС, он коротенький, не как сзади, может кто сзади еще до этого меня, не переживайте, вот гаечка на 10, здесь болтик, и он легко очень выходит. Вот суппорт я снял целиком, вот рулевой наконечник тоже, можно проверить, в достаточно хорошем состоянии, вот. Рычаг передней подвески, вот косточку я не снимал, вот она стойка висит, то есть я думаю здесь, ну здесь все понятно, да? Кстати, вот направляющие на суппорте, вот видите, стоят. Не буду он закреплен снимать, на которых сама на скобе ездит, сам суппорт. Их нужно обязательно все смазать очень хорошо. Пусть они лучше посвободнее будут. Потому что если суппорт закусит, одна из причин может быть это выход подшипника из строя. Ну что, друзья, сбиваем. Сбиваем мы зубилом, большим зубилом вот таким. Бьем прямо вот сюда. Вот видите, все пошло отлично. Это же Kia, бля. И вот, вот так, короче. Так, а дальше у нас есть съемник. Не знаю, правда, что им получится снять, нет. Вроде идет. Вот он, собственно говоря. Дальше я думаю, будет попроще. Да, это ступица что-то оказалось мягче, чем на десятке. Я так только на десятке, ребят, честно говоря, менял таким вот способом. Варварским, блядь. Я так понял. Если стопор здесь, то убиваться должно сюда. Бинго! Не, десятки не подходят. Там, бинго. Идет, идет. Сейчас мы все раскурочим нафиг сначала. Вот и на обойма. 69. Или что сделать? Или на эту наварить что-нибудь, да? Так, сейчас мы сделаем. Так, смотрите, что мы сейчас будем делать. Сейчас вот на эту трубу мы наварим полоску такую. Из нескольких кусков. И потом уже будем вышибать
обойму внешнюю. Запрессована она. Ух, будь здоров. Че, братва, дела, короче, такие. Сейчас будем греть. Выбивать будем с помощью уголка 50 на 50, вот такого. Я уже вот один засадил, ничего не получилось. Молоток, кувалда, клещ. Ну что, друзья, вот ступица остыла у нас. Охлаждали мы ее вентилятором. Нельзя ни в коем случае водой поливать, мало ли что лопнет. Вот берем старую обойму и вот такими движениями. В идеале-то в прессе все, но пресса нет. Можно еще в тисках, если тиски хорошие, но тиски тоже плохие. Ну что, друзья, последний у нас этап. Надо притянуть гайку. Так, стоп. Вот так я это делаю. Вместе, короче, ребят, с прогревом, с выпрессовкой, запрессовкой, на все про все потратили 4 часа. Это все так не спеша. Вот. Я думаю, нормально. Какие вопросы, пишите, спрашивайте. Подпишись по-братски, короче. Устал я, мальца, ребят. Спинку ебет. На канал Автогараж, короче. Дальше больше. Всем пока.